Добрий вечір. Така погода зараз, і сонця немає. Хочеться забитися кудись в обнімку з котом, у кого є. Можна напитися таблеток, антидепресантів, а можна з Наташею поговорити, як я вирішила собі сьогодні. Ви мій антидепресант, Наташа. Дякую. Дякую, що приїхали. Коли ми бачилися з вами? Це вже пройшло? В лютому. В лютому. Ще року немає, а так уже багато всього сталося в країні, так? Угу. Да? Ми тоді в Дніпропетровську говорили, якраз це було гаряче дуже. І є, да? І є місце. Взагалі таке, така дивна історія, да? Такого метаморфоза, яке сталося з містом для мене. Да. А для вас? Ну, возможно, наверное. Мне кажется, по-другому быть не могло. Ну, были да? времена, когда надо было что-то решать. Ну, так люди решили. Ну, я почему-то верила всегда, что у нас так будет. Что такие люди в Днепропетровске? Да. Другого... Вы просто опинилися из, как сказать, из спокойного такого... У своїх справах міста, яке собі робило своє життя, та воно там, як ми тоді говорили, народжувало президентів, генеральних секретарей, воно собі будувало ракети, воно собі не думало ні про яку Україну. Ну, це ж город з амбіціями, правильно? Да. Тобто, амбіції, як би, не могли своє не сказати. Тобто, ілі туди щось би качнулося, ну... Видите, наверное, не зря качнулась в другую сторону. То есть настроения же были такие достаточно массовые. Ну и потом, мне кажется, все-таки город, в котором там, у нас 7 или 9 вузов, да, то есть люди, где, в общем-то, есть определенное культ образования и... Интеллект. Да, интеллекта и уровень промышленности, да, это все равно подразумевает какое-то... достаток, да, и желание держаться за этот достаток. То есть это люди, которые знают, да, как можно жить. Mm-hmm. Мне кажется, не могли так просто, ну, как бы. Віддати це все? Ну, конечно. Просто коли ви стали прифронтовою зоною, то от справді оця вся історія переросла в те, що називається патріотизм. Ну, чи да. ви це інакше якось називаєте? Причому да якийсь в український патріотизм. Ну, маю на увазі, люди говорять різними мовами в Дніпропетровську, різні релігії, дуже всі різні. Часом навіть хтось мені казав, що каже, я прожив, а Гендлін ваш написав, що я прожив в Дніпропетровську все своє життя і ніколи не знав, що існують зовсім інші люди, ну, ті люди, там якісь українці, якісь там, які читають зовсім інше, співають зовсім інше, і що я з ними, виявляється, рідний. Отак він написав якось. Ну, это же мировоззренческое, правильно? То да. есть у человека же, мы же уже говорили, да, как-то на эту тему, что есть три вещи отправные. Это религия, это семья и это родина. И это как бы не выбирают, это от рождения дается, да? То есть, ну, наверное... В том состоит интеллект и культура человека, что он в нужный момент говорит, да, это моя там родина, да, это моя религия, да, это моя семья. Ну, то есть выбора просто не было. Наверное, поэтому так стало, но действительно очень много произошло таких дивных вещей, да, то есть и очень динамичных. То есть было видно, этот процесс можно было наблюдать, то есть это было не в исторической перспективе, да, а это было в контексте там каких-то полугода, что такое для истории полгода, да, когда плюс один, плюс один, плюс один, плюс 10, плюс 15 человек, руки, там, желание помочь, да, какое-то, то есть люди даже, было такой момент, когда люди просто помогали, не задавая вопросов, а понимают ли они, для чего они это делают. Ну, вы те, что Дима не сказал, що зараз, от і ви особисто, і всі, хто поряд з вами, що ми відпрацьовуємо те, що ми колись не додали своїй країні. Це якось так прозвучало, ну, не кожен сформулює так уже, знаєте, посоромиться, може, пафосності, але це сказано було дуже просто і чесно. Ну, так і є, ну, ми ж, я ж говорю, ми ж, це ж нормальне течення, процесса, да, то есть человек, когда не может определиться сам, ему помогают обстоятельства, да. То есть мы же отпустили ситуацию, мы жили, как бы потребляли, пользовались, и все было у нас хорошо, мы не задавали себе вопрос, а где наша земля, и должны ли мы ей что-то, да, и
как бы были какие-то там на Западной Украине люди, да, которые ходят в вышиванках, поют песни, что-то они там хотят. И мы над ними трошки смеемся. Ну, не то, что смеемся, ну, как бы опять-таки все же зависело от культуры, но было много вопросов, да. То есть никто не знал, все знали, что там, казалось бы, да, что там вот и Украина, по большому счету, 10 часов из одного конца в другое, да. Но был такой момент, когда и я за многое сейчас говорю, там, мне неудобно, да, признавать, потому что я, например, ребенка принципиально отдавала в русскую школу. Что у меня был такой подход, что русские издания издают самую прогрессивную литературу, это всегда самые лучшие книги. Русская классика есть русская классика, как бы это Пушкин, это там Есенин, это Бунин, это Лермонтов. Мне все это хотелось, чтобы он это все знал, читал в оригинале, понимал. Вот, и мне казалось, что это ничего никогда не изменит. Ну, вот как-то мы же так жили, да, и мне казалось, ну, во Львове, да, я знала, что там как бы все хорошо, Львов — это Западная Украина, прекрасно сейчас традиции, культуру, но не было никогда у меня там в мыслях пойти купить себе вышиванку, да, или там одеть, или там начать читать книги на украинском языке. То есть, ну да, это был мой язык, я на нем могу говорить, я с удовольствием слушаю Вакарчука. И все. И, ну, вот на уровне бытовом, да, я люблю музыку, он красиво поет. Ну, а тут, видимо, если люди не задают себе этот вопрос, то его задают обстоятельства, да. Да. И то есть я не могу сказать сейчас, и что... И в цьому вы навіть змінилися. Ну, да, конечно. Да? Да. Вот, ну, то есть у меня, да, я сейчас не говорю на украинском, да, потому что, ну, не тот у меня еще уровень языка, чтобы свободно, как бы, не владеть. Хотя, ну, я могу разговаривать, но прискипло его, віднявшись до цього питання. Но я заметила, да, я заметила, что у меня книги практически все стали, все, которые я последние покупала, все на украинском языке. То есть, и, ну, ты начинаешь уже, я уже за этот год там стала смотреть, я уже понимаю, что такое буковинские вышиванки, что такое там другие, что такое полтавские, да, как можно чего. То есть это нормально, уже иногда на праздник хочется, ты идешь куда-то, ты уже понимаешь, какое-то мероприятие, ну, вот, в общем... Надо как-то это подчеркнуть, что это национальное твоя. Ну, а ви ще знаєте, що навіть в межах там Полтавської області, з якої я, кожному регіоні ще свій візерунок. Тут таке листя, тут такий колір. Тобто, якщо так в це діло поринуть, то відкриєш для себе інший світ. Це приємно, причому це відбувається там не тільки, да, там со мною, але з якимись групами сознательних граждан. То есть у меня очень много знакомых, которые стали вышивать сами, которые стали детям вышивать и понимать, что надо подарить своим детям там рубашку, да, или какие-то такие вещи, или рушник. Какие-то стали друг другу делать сюрпризы с такой же тематикой украинской. А это важливо, вы думаете? Я думаю, да. Це відобразило якийсь внутрішній стан чи це дань традиції? На даний момент времени, даже если это просто дань тренду, то это уже хорошо. Потому что мы не ко всему приходим. Да, вот я зачастую люди как приходят к религии. Не все же начинают с того, что они читают Библию и глубоко понимают и начинают правильно молиться. Да? Многих в церковь приводят обстоятельства. То ли горе, то ли болезнь, то ли потеря близких, то ли какая-то... То есть они туда идут, не понимая зачем, но им надо за что-то держаться. Они туда идут как за последние, да, истинно последние инстанции. А потом уже каждый определяется, на каком уровне он остается в религии, да? Кто-то начинает читать книги, кто-то начинает глубоко интересоваться, кто-то начинает просто молиться, кто-то просто верить, кто-то от просьбы о помощи начинает говорить спасибо за то, что он ее получил. То есть, ну, это такой путь, у нас у всех разные пути, наверное, к этому разный путь. Кто-то с этим родился, у кого-то традиция в семье, а кто-то эту традицию сейчас заводит, даже, может быть, неосознанно. Ну, это нормально, мне кажется. Так должно а быть. Вы раньше якою были? Чем вы занимались? Не знаю, жила. Наверное, как все. Ну, свои увлечения, свои работа была, и я училась, ну, вот перед буквально тем, вы как война училась, началась. Да. Ну, вот я перед тем, как война началась, у меня я как бы третье образование получала. То есть, ну, как все люди, свои какие-то увлечения, досуг, все радовали жизни, ну, так невеличкий бизнес себе организовали, да? Да, туристичный, правда? Да. И, в принципе, все было, ну, хорошо.
чого все. Ви все своє це агентство, в якому я була, завалили гуманітаркою, бронежилетами, памперсами, бинтами, їжею. Ну, це ж війна. Відчуття того, що це все зникне, чи... Нет, просто, ну, есть же ситуация, когда ты себе вопросы не задаешь. Mm-hmm. То есть, ну, ты просто понимаешь, что надо делать, а по-другому нельзя, вот и все. Я даже, на самом деле, до конца себе сейчас не могу ответить на вопрос, да, mm-hmm. то есть, до какой грани, или что в итоге, или куда я, ну, до какой степени я готова идти, да. Ну, я просто делаю, как получается. То есть, я уже там... С волонтерством прощалась только за эти последние 3 месяца 2 раза. И оно все равно меня догоняет, находит. То есть я уже фактически как бы публично это заканчиваю делать. Но то позвонил один подопечный, то второй, то надо кому-то там что-то помогать с протезированием, то остались незаконченные дела, то позвонили люди, а мы вот вам верим, мы хотим отдать только вам, что я им должна сказать. Ну, извините, я там в один день встала и решила, что достаточно хватит. А сколько было навколо вас этих всех... Девчат, там не только девчата. Да много так, нас, там... нас в какой-то момент, на острие таком, когда случился Иловайск, и как бы началась история с аэропортом, да, это же были такие самые сложные моменты, то у нас тогда вместе, ну, до 100 человек так точно было. То есть в разных формациях, кто-то водитель, кто-то чинил машины, но это была группа как бы людей, которые между собой коммуницировали, так иначе встречались. Ну вот сейчас осталось, наверное, нас таких стойких бойцов в этой именно формации, вот как мы общались. Ну, человек 30-40. До сих пор? Да, конечно. Вы, что вы робили? Вы сбирали... Ой, да что мы только не делали. Ну, я сейчас как вспомню, это ну, недавно... Ну, то, что мы точно раньше не робили. Да? Да, все, значит, и нитки собирали, отдавали, бабушки отдельно вязали носки, да. И овощи сушили, и сало крутили, и лимонные... готовили с тем с имбирем, и всякие смеси, и аптечки собирали, и бронежилеты шили. Говорю, сейчас как недавно переезжали мы вот из центра волонтерского, в котором вы у нас были, переезжали на другой склад. Ну, так получилось, что, в общем, собственники немножко тоже устали от войны и мягко нас попросили. Вот. Ну, суть не в этом, да. Суть в том, что мы переезжали, и переезжали в несколько дней, и разные люди приходили, помогали с тем переездом. И вот когда съехались, начали друг друга обзванивать, там, приди ты, мешки подписанные, разбери свои остатки, да, там, чего там осталось. Я когда зашла, увидела, что имелось в виду под словом «остатки», ну, мне страшно было назад оглянуться, думаю, если это остатки, что ж было, ну, да. Скільки всього? А ці вот, залишки ви кудись переправили? Да ні, зараз все розподіляємо. Ну, слушайте, нічого ж не закінчилось. Как бы, вот я 2 недели назад була, їздила. В АТО, а куди ви їздили? Ну, я була на Бутово, Бутовка, Зеніт, Авдіївка, Новогродовка, Нова економічна і Красноармія. Що там? Там ДУК, ви ДУКу помогали дуже? Помогала, да, но ДУК сейчас же там нет. Да. А на шахте сейчас у меня стоит 93-я бригада, и я как бы... Им помогают, то есть. Вы кажете, у меня стоит 93-я бригада. Це ваші, ну, підопічні, саме вони? Ну, як ви? Ну, ви кажете, у меня. Ну, как мои уже, ну, да. Как тоже, конечно. Кто там? Ну. Кто там? Ну, расскажите там про них. Ребята, я вообще с ними случайно познакомилась, то есть у меня ДУК наш зашел на шахту Бутовка, они там расположились, и туда же завели 15 человек 93-й бригады, отдельные. Взвод. Вот. И поскольку как-то надо было коммуницировать, а связи там не было, но там была возможность по скайпу поговорить. Mm-hmm. Он была одна единственная точка, где можно было связаться. Естественно, чтобы знать, как у моих там даже дела обстоят и так далее, я познакомилась с человеком, который на скайпе сидел. Это был парень с 93-й бригады. Ну, начали общаться, начала там предупреждать, что я посылки передаю там своим, да. Ну, это вообще отдельно, как на Бутовку посылки передавать, это вот так. Вот там. Да, пришло по 3, да, 3 притопа, туда там редко кто доезжал в тот момент. Uh-huh. Вот, то есть там сложная история была, как это все переправлять. Ну, так или иначе ты узнаешь, да, что нужно, дошло, не дошло. Ну, и они так робко меня попросили, говорят, послушайте, ну, вы там ребятам передаете, а нельзя нам там 2 перчаток? Двое перчаток? Ну да, там, а то совсем перчаток нет, копать неудобно, окопы. Ну, если можно, еще одни очки. Я говорю, так, товарищи,
время общаться мало, пишите полный список. Ну и так мы задружились, разнакомились. Потом одного парня ранили, его привезли, мы в госпитале с ним увиделась уже. Он здесь был. Потом второго парня ранила. Ну, мой уже друг вышел с шахты, когда... Я уже тогда, на тот момент, там, через 2 недели стала передавать посылки. Красный скотч Дуку, черный скотч 93-й. Да. Ну, старалась, как бы, чтобы не обидно, чтобы ребятам были одинаково передавать все. Вот. А потом Дук мой вышел, а ребята-то уже свои остались. То есть они у меня уже там из тех, кто первый заходил, уже 4 или 5 раненых было. То есть я всех уже видела там в госпитале. В госпитале. Да, да, да. Вот, ну, и как бы, а сейчас уже там побольше народу стоит, но, тем не менее, я уже считаю своими, потому что, ну, вот, с мая месяца, да, как бы, каждую неделю вот что-нибудь там они просят, я им передаю, или не просят, но я передаю, ну, уже, я же говорю, уже свои. Уже мы там с ними ОБД занимаемся, оформляем там, уже то маме передать, то вещи передать, то детям подарки передать, ну, то есть, как бы... Як ви будете з ними потім? Ну, мирний час же ж, я вірю, настане, так? Да. Як сказати, розставатися. Ви знаєте, я хочу, щоб ми всі друг друга забули з того часу. Да? Да, на самом деле. Ну, це ж такий асоціативний ряд, да, то есть я, наоборот, стараюсь особенно не привязуватися ніяким там отдельним так, подразделением близько, или близько. Чего-то, потому что, ну, тяжело это все. Как бы это потом тяжко, это ты потом очень сильно рвешь душу, сердце, да, ты переживаешь там. Пережили такое что-то? Да. Да? Ну, поэтому, ну, честно, не очень стараюсь это делать. То есть, да, ребята, приезжайте, конечно, всегда рада, всегда встречу, как бы всегда там. Ну, очень хочу, чтобы закончилась война, и они забыли мой телефон, я забыла их телефон, честно. Я не хочу вот этой ситуации, когда, во-первых, мы замкнемся в маленьком мире, называемой войной, и никогда из этого мира не выйдем. То есть я, наоборот, мечтаю о том, чтобы они как можно быстрее забыли войну и пошли жить нормальной жизнью. Потому что, ну, с войной в голове жить тяжело. То есть это не дает покоя. А мы друг другу будем это напоминать. И чем больше, знаете, это же был уже синдром после Афганистана и так далее, когда люди не находили себя в мирной жизни, и они устроивали кружки и так далее, они собирались, и они ни о чем другом. Клубы. Им казалось, что они спасаются от войны. На самом деле они ни о чем не говорили другом, кроме войны. То есть это никак дуже не способствует. Дуже скільки світ свого може зрозуміти, ніби. Это понятно. А це було не тільки після Афгана, це було завжди після всіх воєн. Ну да, это все понятно, но я говорю, я очень в силу того, что это война, война очень молодых. Да. То есть другие, может быть, воины были люди, там, кадровые офицеры, какие-то более опытные. Армии. Да, а сейчас я просто смотрю, для меня это война вот молодых ребят, то есть есть и офицеры, но даже офицеры вот за эти полгода, да, старые ушли, которые там не хотели воевать или боялись воевать, то есть очень армия омолодилась, обновилась. И для меня это война молодых, ну а молодым как-то надо людям жить. И сидеть и вспоминать о войне, ну это не очень хорошо, не есть. Ну и потом, знаете же, есть такой синдром срабатывает, когда... Ты кому-то очень сильно нужен, да, и кто-то нуждается в помощи. Ты видишь его в состоянии слабого, нуждающегося и так далее, да. Ты ему эту помощь даешь, но естественная реакция человека какая? Никто не хочет, чтобы нас помнили такими. Слабыми и беспомощными. То есть ты стараешься со временем, кто что мне не говорил, очень зачастую, когда ты людей видишь в таком тяжелом состоянии, да, они через какое-то время пытаются от тебя оградиться. Чтобы ты не напоминал им о их слабости и боли. Вот. Ну, я думаю, что, в общем-то, это тоже здесь будет работать, этот принцип. Потому что, ну, мы же другие, да, наверное, в мирной жизни. Я вот с ребятами со своими разговариваю, вот они туда приезжают, они все одинаково грязные, да, немытые. Я их иногда даже многие, которые едут в отпуск, помоются, да, там, ой, Наташ, давай там на вокзале встретимся. Я приезжаю, не могу понять. Я смотрю, что-то знакомое, а понять не могу, кто это. То есть, ну, точно так и я к ним приезжаю, да, там, ну, в какой-то одежде такой военно-полевой, да. Зараз вони на вас дивляться, а потом приезжаю в Днепропетровский, да, там с ними встречаюсь, где-то выхожу, там, на тех же, там, каблуках, в платье, не смотрю, ой. Ну, то есть, мы же разные, мы же в обычной жизни...
ну, как бы живем каждый, да, своей жизнью, это там у нас одна беда, да, а здесь, ну, как бы там ни было, и я считаю, что это нормально, ничего там страшного нет. То есть кто захочет, конечно, останется, я не говорю о том, чтобы вообще категорически не общаться, но я и себя бы хочу уберечь, и их от вот этого синдрома, знаете, когда ты кому-то протянул руку, ты имеешь право дальше в его жизни рулить. То есть я просто это увидела. У нас ряд таких было моментов, когда люди помогающие их заносят, и они уже не могут остановиться. То есть они начинают там потом диктовать, кому с кем жить, кому когда пить, кому на какую работу идти. Вот, ну, я не считаю, что правильно. А доходило уже и до такого мессианства? Ну да, бывает. Ну и потом, знаете же, люди же приходят, они же с войны пришли, не знают, что делать, здесь другая жизнь, они растерялись, тут все изменилось. Ну, реально очень сильный контраст. Угу. То есть я представляю их состояние, если я там поеду, два дня побуду, приезжаешь, и потом сутки не можешь в себя прийти. То есть ты сидишь и думаешь, боже, кто все эти люди, что они от меня хотят, о чем они говорят. И ведь в жизни все так просто, да, тут, слава богу, там не стреляют, дали спальник, налили чая, пожарили картошки на костре, это же здорово. А тут приезжаешь, как бы здесь другой запрос, да, на какие-то вещи. Поэтому, конечно, им трудно, они приезжают как беспомощные. Есть народ, увлекается этим и начинает рассказывать под видом, да, что я хочу помочь, у них искреннее желание помочь. Но вот это где эта тонкая грань? Гипер уже помочь, такая опека, помочь, да, или прожить за кого-то. Ну. Угу. Ну, якраз частково те, що я мала на увазі, що коли ти знайшов себе в ролі от такого помічника, потрібного костиля, да, когось такого, який може вказати слабкому, ось ти себе знайшов, а раніше ти себе таким сильним не відчував. Є ж і таке. Так, і не тому, тільки є, це процентів 70 такого. Тобто, це завжди зрозуміло було, що люди там, люди, которые начинают что-то отдавать, да, от себя, особенно если безвозмездно. Вы же понимаете, что это бывает либо от очень хорошей жизни, либо от очень плохой. Да, я про це кажу. То есть либо туда, либо сюда. Поэтому, ну да, и я же говорю, я поэтому, упаси нас Бог, хочу быть застрахована от вот этого синдрома, когда люди себя почувствовали нужными. Понимаете, это же две стороны травмы. Да. Эти привыкли, что за них что-то все время делают, помогают, им кто-то также поможет. То есть они приходят и не понимают, что им делать. А те понимают, что они без них нельзя, что они востребованы, они как бы нужны, нужны как воздух, как кислород на каком-то этапе, как это вдруг пришли и вот. Вот. То есть вот это есть большая очень проблема. И этим людям доведется снова себе кудись пристроить в этом житті, а это життя, в принципе, не стало кращим. Воно не, ну сейчас почему? Сейчас есть хороший вариант, в политику дружными рядами пристраиваются. Ну, мы в политику уже послали тех, кому хотели доверить новое. И теперь мы снова встретились с новым разочарованием, так? Ну, ничего, и я про це говорю. Народная забава разочаровываться каждые два года. Ох, добре це чи ні? Нет, конечно. Это хождение по кругу, но тем не менее. Ну, ми вже раз вирвалися з нього, і ви вирвалися, ви стали іншою, ви сказали, у вас змінилися пріоритети, смаки, ви щось для себе не змінилися, а ви щось іще узнали. Ну, да, ну, слушайте, тому, що... це ж общество, є завжди два, да, варіанти пути розвитку, еволюційний і, як би, насильственний, да. Насильственный, он же авторитарный, от чего мы сейчас все бежим. Ну, а эволюцию же никто не отменял. Конечно, с каждым новым витком мы, ну, кто-то ходит по кругу, а кто-то идет на пол ступеньки выше, на пол, но потом не может же сразу взлететь. Да. Но ошибки никто не застрахован. Вы же видите, что пока не накопится, ну, это в моем понимании, критическая масса людей, готовых на себя брать ответственность. То есть даже то, что мы встали во время войны делать, это еще не говорит о том, что мы готовы за что-то отвечать, да? Да. То есть мы готовы все дружно вскочить, бежать туда, куда махнули рукой и сказали копать. Все дружно копаем, завзято, патриотично, с большой энергией. Ну и спасать мы умеем, да? Да. В критичных ситуациях у нас не факт, что мы готовы, допустим, ну, образно говоря, переводя, да, вот выкопать окоп и найти потом место, куда поставить лопату и отвечать за то, что эту лопату никто не заберет. Так, якраз я хотіла сказати саме про це. Оце мене дуже турбує, що ми говоримо про те, що народилось нове суспільство, громадянське, молоде, класне. От ви до нього належите. Точно, абсолютно. І це так надихає. Але якраз приголомшують оці речі, що не знають потім, куди ж ці лопати в землі поставить. І коли тобі кажуть, ну а тепер?
а дальше? А давайте тепер це побудуємо. А дальше не получается через то, что у нас... И это не потому, что людина погана, а потому, что у нее немає цього навика. Навика нет. У многих не хватает навыка, да? Ну, да. То есть, как, знаете, есть дальше? Такая поговорка. Хороший парень – это не профессия, да? Да. Ну, то есть у кого-то нет навыка, у кого-то не хватает достаточного образования, да, у кого-то, кто-то просто банально выгорает в контексте эмоций, да, mm-hmm. то есть живет на надрыв. То есть надо же энергию распределить вдоль всего пути, да, некоторые как бы зажигаются, сгорают в начале, да, а потом уже дальше, когда уже устали. То есть, ну, как-то, я не знаю, я думаю, что это будет со временем формироваться, просто не такой простой и очень длинный путь. Но до тех пор, пока мы не научимся каждый отвечать за свое, да, за свой mm-hmm. маленький кусочек, не брать на себя лишнее, вот, а брать маленький только кусочек, за который ты можешь полностью. Ну и как бы нам не хватает главного, мне кажется, это проблема основная, она остро стоит, и из-за этого все наши беды. Мы уважать себя не умеем. Вот. Они бы уже ж почали? На словах, на деле пока нет, это не глубоко еще. Знаете, да? Нет вот этого внутреннего уважения своего себя, своего пространства. Докажите свое открытие чему-то. Ну, понимаете, вот смотрите, как бы, ну вот банально, да, угу. история. Едем мы 2 недели назад, забираем по дороге ребят, везем их домой. Вот они садятся в машину со словами, вот, все у нас, ну, в новой форме, которую выдало Министерство обороны в Берцах. Я же, конечно, завожу разговор, говорю, боже, мне так приятно, говорю, тут как волонтеру на вас прям смотреть, какие вы едете домой, красивые. Я же говорю, дети увидят, ну, я просто помню год назад, как это было. Кто в чем, свадьба в Малиновке, да. Да? Штаны на штаны, чтобы дырки прикрывали под штанами внизу, штаны сверху. Я говорю, ну, в общем, посмотрите как. Ну, мужчины, понятно, начинают это все критиковать. У нас же это в крови, да, все, что не это, все надо критиковать. И вот они говорят фразу. Ну, вот мы там сейчас вот стоим, ну, не буду район называть где. Но ничего же не происходит. И вот у нас вопрос, а вот чем мы стоим? И мне это так прямо резануло, да. То есть, если вы уже, стоя, живя в окопах, ночуя на земле, не понимаете, зачем вы это делаете. Что вы хотите от людей за 200, 300, 500 километров? Да, что мы можем предъявлять обществу? То есть, как бы, вот этот момент уважения. Ты что-то делаешь, ты пришел служить, да, ты выкопал окоп, ты в нем лег, и ты стоишь на своей украинской земле. Как ты можешь сомневаться, что ты что-то делаешь, ты не понимаешь, что ты делаешь? Как? Ну, вот для меня это самоуважение. То есть для меня он должен был сказать, мы стоим, охраняем там, пусть это даже какой-то, не знаю, там, клочок незначительный, 2 куста, да? Ну вот, у нас все в порядке, мы одеты, мы обуты, мы охраняем, чтобы враг дальше не прошел, да? Чтобы было спокойно, чтобы было относительно стабильно, там, прикрываем рядом стоящий. А вот у людей сомнения, то есть, а зачем мы там стоим, а что мы там делаем? Угу. Але вот. Є інші, от вчора в мене був разные, з перебитим хребтом. З Дніпропетровського Мечнікова, йому взагалі треба лежати, а він говорить, що я повинен вернутися. І я щасливий, що ви тут усі не знаєте, що там відбувається, значить я все правильно зробив. І я буду там стати, бо війна, він сказав мені, не закінчується перемир'ям, вона закінчиться тільки перемогою. Ні, це інші, понятно. Інші є, люди, да? Є дуже різні і там, і тут, ну, тут же теж ми живемо серед різних да. людей. Но я просто о том, что вот это должно стать, знаете как, массовым явлением. Угу. Уважение себя, понимание того, да, что это моя земля. Ну, это как вот, да, по аналогии, ты живешь в квартире, и у тебя конфликт на площадке, да? Вы же как сделаете? Даже если там жена поругалась с соседкой, муж нормально что сделает? Придет, утихомирит 2 женщин, да, защитит свою семью, закроет дверь, а потом жене за закрытой дверью скажет, ну, как бы, слушай, ну... Ты тоже перегнула, да? Угу. Он же не начнет кричать, собирать весь дом там, а вот она у меня такая-сякая и так далее, да? То есть так здесь... Так что нормально. Ну, да. Мы же не говорим об аномальных. Угу. Тут понятно, что вариаций много. Угу. Но вот это вот момент, да, уважение как бы своего дома, своей семьи, своей территории. Территории себе, не в плане конечно, географически, да. А даже вот территории как личности, да? Угу. Территории, уверенности в том, что ты делаешь. Вот для меня вот эта составляющая этого самоуважения, которое у нас только сейчас зарождается, мы его как бы пытаемся, да, как-то демонстрировать, но это больше пока мы себя убеждаем. То есть мы внешними атрибутами пытаемся заявить, вот смотрите, это наша территория, вот мы такие
молодцы. Но нету вот этого глубинного, да, понимания, что, ну, как бы, в том, что ты делаешь, вот я это делаю, и другого выхода нет, да. И даже если я делаю неправильно, я готова осознать свою ошибку, сказать, что я в данной ситуации не прав, но я готова выслушать, остановиться или там аргументировать, почему я туда иду, да. Что-то сделали, допустим, того же президента выбрали. И теперь через год надо резко отрекаться и вот, ну, вот как бы кричать сплошь и рядом везде, при том, что не закончилась в стране, скажем, война, что вот все плохо, вот все то. Да, проблем много. Да, они есть. Да, решайте. Да, не ищите виноватого. Ищите, что с этим делать, да? Угу. А у нас как бы в случае чего тут входит уже такую, знаете, не очень хорошую, плохую привычку. Как дети в песочнице. Домик построили, там строили, сверху капнули, начинает обваливаться. Они распсиховались, поплакали, разваляли. Все разваляли, пересели в соседнюю песочницу, типа там песок получше. Ну, песок-то везде одинаковый. Ну, это труд. Это этим надо заниматься. Я как раз чего и сказала, что вы мой антидепрессант. Ви вмієте це все не просто розказати, бо насправді ви ж теж живете в цьому всьому, да? В цих Конечно. Пісочниках, серед цих людей. Но ви вмієте якось при цьому посміхатися, Наташа. Бо хтось каже, дивіться, ми стільки крові пролили, в принципі, ми її дуже давно не проливали. Це щось страшне сталося, правда? Це, тобто, ну, тобто воно вимагає якихось інших відповідей, ніж були до того. Але, в принципі, вони приходять ті самі. І повертаються ті самі. І, наприклад, там люди кажуть, а чому не покарані ті, хто нас вбивав? І ви це теж знаєте. А як ви з цим справляєтесь? Як ви собі відповідаєте на це? І раптом у вас Дніпропетровське... Знову все стане, як раніше. Для мене, от все, що случилось, коли був Майдан, мені дало два опыта. Перше, вміння не боятися. Тобто у мене, як у кожного чоловіка, є страх. Но я поняла, що боятися вместе со всеми, оно как-то легче бояться, то есть, чем бояться одному. Да? Вот. И второе, я как бы, знаете, поняла одно, что все, что ты можешь делать в жизни, ты можешь делать сам. И рассчитывать ни на кого не надо. Вот, допустим, когда у нас 26 января было вот под ОДА тогда да. все эти проблемные моменты, да, и все эти тетушки, и мы бежали и так дальше, вот меня это научило одному. Вот ощущение было в тот момент, когда тебе никто не поможет. Тебе некому просить о помощи. Если ты сюда пришел, ты это сделал, сам. Ты теперь позаботься об этом сам. Угу. Успеешь, позаботься о том, кто бежит рядом. Все. Тогда даже у меня подруга звонила в милицию. Начала звонить в 12 и закончила звонить в 8 вечера. А чего? Ну вот когда мы подошли под УДА и увидели этих тетушек, да, с палками, ну это же было очень страшное зрелище. Да, страшное. Вот они были с камнями, с палками, они матерились, там стучали, потом начали оттуда бросать камни из двора. И у меня подруга позвонила в милицию, говорит, послушайте, приедьте, пожалуйста. Порядок надо. Мы, нет, она просто говорит, мы рядовые граждане. Мы вот шли через сквер, а тут вот такая ситуация. Людей бьют. И она звонила им с разницей в 15 минут, ну, оставляла свой телефон. Они рассказывали, то нет оперативной группы, то оперативная группа на выезде, то занята, то не доехала, то гололед, то метель. Она уже в 8 вечера, когда мы уже побежали и во дворах спрятались, там ребят некоторых вытащили, которые были, ну, пострадавшие. Мы сидели во дворе, она их набирает и говорит, здрасте, это опять я. В общем, говорит, можете уже не приезжать? Я звоню вам сообщить, что я все-таки жива. Ну, ехать уже нет смысла. Ну, то есть, как бы вот так. То есть, понимаете, приходит вот это ощущение, осознание, что ты можешь рассчитывать только на себя. Поэтому на вопрос, а вдруг в Днепропетровске это все вернется, а я как бы и не считаю, что какой-то один отдельно взятый гражданин меня спасет от этого. Ты тут ничего не сделаешь, тут надо остается только наблюдать за ситуацией. То есть то, что ты мог, ты сделал, да, я себя, например, упрекнуть не могу в том, что там то, что я не могла, я не сделала. То, что я могла, то, что позволяли мне человеческие мои понимания, я сделала. Я вам скажу, у меня недавно был такой разговор с одной женщиной. Она как бы не ездит на Восток, она там не была, но она помогает чем-то, чем может. И она, вот, почему, вот нас там предали, мы не наступаем, мы терпим, мы там наших ребят обстреливают, и все. Я вам скажу одно. И я вот после этого разговора шла и думала, блин, почему я стала настолько нерадикальная, да, хотя в начале войны я там все,
наступать, стрелять. Там. Да. И почему? И я у себя поймала на мысли. Вот люди, которые пережили, наверное, эту боль и видели количество погибших, ребят с искалеченными судьбами, с оторванными ногами, руками, без глаз, перебитыми спинами, этих родственников, которые даже не хотят приезжать иногда за своими останками в морг при совпадении генетической экспертизы, потому что для них это конец жизни. Да. Они хотят верить, что все-таки их сын где-то в плену, им так проще знать. Или он где-то там заблудился с амнезией, где-то прячется и так дальше. Чем когда звонят, вот у меня были такие проблемы. Когда я звонила и говорила, вы знаете, у вас там совпало ДНК, давайте я вам помогу, приезжайте забирать. А мне начинала жена там или мать плакать в трубку, говорить, нет, вы ошиблись, я не приеду. И были люди, которые по полтора, по два месяца не приезжали. Просто принципиально не хотели ехать, чтобы... Принимается и факт, она да. не хотела. А были сколько семей есть, которые по сей день звонят и говорят, найдите хоть что-то, хоть косточку, хоть руку, хоть что-нибудь, потому что, ну, мне надо, да, я не могу ходить, я хожу на кладбище, но я хожу ни к кому, ни к чему, вот он мне снится, там, и так далее, и тому подобное. Знаете, люди, которые... То есть мы еще не вернули всех домой. Мы еще до конца не поняли... вообще, какую боль и что мы пережили. Да. То есть, знаете, у нас это в таком... В эйфории. В эйфории, да, и проблема на проблеме, одно с другое стирает, но нам просто надо время, когда мы остановимся, оглянемся назад и переварим себе вот все то, что мы за полтора года прожили, потому что это было настолько сжато и... Ну, я же говорю, один эпизод, вот сейчас начинали, да, выдергивать сюжеты, там, Лойко написал книгу об аэропорте, да, сегодня у нас там в Днепропетровске презентация фильма «Элла Вайск». Mm-hmm. То есть, если это все разобрать на эпизоды, ты понимаешь, что про это можно снимать целые сериалы, про одно событие, про одно обстоятельство. А сколько их было, о чем мы забыли, погибший Ил, и Саур Могила, и Зеленополье, когда ребята пошли на прорыв и ели траву, извините, сидели две недели, 24-я бригада, потом плюнулись, выстроили в колонну и пошли, об этом же пока молчат, ну как бы, а Дебальцево. Да. А Иловайск, который и все, что после Иловайска следовало, до сих пор сколько людей не найдено. А только истории про плен, а сколько блокпостов разбитых. И, ну, то есть тут, если еще накопать, тут на целый многотомник, понимаете, хватит. На богато десятилетий, я да, бы сказала. Да, а мы еще это не пережили, мы еще об этом не знаем. Не все в стране еще до конца понимают, мне многие знакомые говорят, слушай, ну ты же там ближе к армии, сколько людей погибло в Еловайске, реально. Понимаете? А мы до конца, вот кто-то может назвать четкую цифру, ну, кроме того, что на сайте ЭМО, ну, вы же понимаете, что не соответствует действительности. А мы до конца никто не может назвать четкую цифру. То есть вот сейчас мы работаем же просто с комиссией «Черный тюльпан» сотрудничаем. До сих пор сейчас ребята звонят и говорят, послушай, вот там останки нашли, вот там останки нашли. Давай искать, кто это, из какой бригады это мог, какие события в этом районе были. Или наоборот, а можно найти кого-то там из такой-то бригады, который был при сражении там под такой-то деревней. Потому что нам надо, мы знаем, что там точно есть погибшие, там много без вести пропавших, а показать, где их хотя бы могли оставлять или восстановить хронологию. И, Оль, вы не поверите, полтора года прошло, а я не могу зачастую таких людей найти. То есть это люди, допустим, первая ротация, да? Которые это все пережили, пришли домой, поменяли телефоны, выкинули старые карточки и живут какой-то своей другой жизнью. И все. То есть тут еще, знаете, копать и копать. Поэтому как к этому всему можно относиться? Вот через призму этого всего. Просто копать. Понимаете? Вот это все. То есть просто кто видел эту беду, кто ее через себя хоть на... 5 минут пропустил и видел, ну вот реально не по рассказам, тут жизнь никогда не будет кричать, что о, давайте там... Зрада, зрада. Зрада, все быстро наступать, все быстро там всех побеждать и так далее и тому подобное. Честно, для меня сейчас в приоритете не 100 метров территории, а 100 жизней. То есть я не хочу лишние 100 метров, чтобы отбили, ради того, чтобы погибло 20, 30, 40 человек. А
ви всі ці політичні шоу, всі ці історії теж спостерігаєте, чи ви просто це відсунули від себе? Ну, практично ні. Але це важливо для того всього, в чому ви живете? Не важливо. Але ж воно все одно потім буде вирішувати все. Ми ж потім кричимо, що в нас парламент, який ми вибрали, да, які туди війшли майдановці, туди війшло багато таких людей, на яких, ну, які зайшли саме на ці хвилі, а вони не можуть візовий режим. І це так хвилює всіх, хто сидить кожен вечір біля телевізора. І як ви з цим справляєтесь? А я взагалі не справляюсь, я ж свою життя відділила. Тобто президент може нравиться, може не нравиться, там, ви можете його розуміти, не розуміти, але на сьогодні він президент твоєї країни. Це чоловік, який їде за границю і представляє твою країну. Да, мало того, это человек, которого в такое непростое, сложное время, это была единственная зацепка, как бы легитимизировать Майдан. То есть мы с вами же взрослые люди, мы все прекрасно понимаем. То, что случилось, ему надо было дать какой-то легитимный статус. Это было единственное, это были выборы президента. Это человек, который легитимизировал на тот момент состояние Украины. Мало того, это человек, который заставил, ну не заставил, а убедил мир, европейские страны говорить с нами как со страной. Не как со страной, в которой случился путь, хунта, переворот. Вы же понимаете, им до нас дела нет, они, у них телевизор это не показывает. Очень многие украинцы заблуждаются и кричат, что вот куда смотрит Европа, Европа нам должна. Ребят, никто ничего никому не должен, у них свой дом, они там живут, им надо стабильность в их доме, потому что у них тоже есть инвалиды, дети, собаки и так далее. Какие вопросы? Что вы хотите от остального мира? Спасайте свою хату сами. Но даже то, что делают другие страны, я считаю, это большой плюс, это в свое время войдет в историю. Это большой плюс Порошенко, потому что, ну, взять на себя ответственность, находить какие-то слова, убеждать. Да, есть недочеты, да, есть проблемы. Ну, простите, он один человек не может на всех разорваться. Вы видите проблемы, вставайте. Не требуйте, не стучите, не скандалите, не деритесь, а идите в конкретное место, решайте конкретную проблему. Ну, тобто я так бачу, що вас абсолютно не зіб'єш із вашого курсу. Ні, ніякий цей хмурий вечір з холодом і з поганими новинами. Це ж, ну, і це теж пройде. А за цей час з вами особисто щось сталося? Да. Хороше? Та все хороше, щоб у мене нічого плохого не произошло. Може, когось зустріли такого, я знаю, ми раніше все казали, що у нас немає в країні чоловіків. Все баби, все жінки, все на собі. А зараз їх виявилось так багато, і не знаєш, в кого влюбитися. Ні, ну ми ж не давали їм, ну ми ж самі їм не давали, у нас же ж... Был такой матриархат, устойчивый такий. Матриархат, да. Мы их сами робили такими. Ну, конечно, взагалі, да. Это правда. Да, конечно. Я їхала... А теперь они вырвались наконец-то. В воздухоглоток взяли и да, и начали показывать, что таки да. Вот. Я ехала в машине и слухала там диджеевскую болтовню. И девочка одна каже: ну, вы же понимаете, к мальчикам надо так относиться, потому что их так воспитывают. Я навіть подумала вперше подзвонить ей туда и спросить, а кто, собственно, их воспитывает? Мы же, по-моему. Мы же, конечно. Мамы, да, в основном. Да. Конечно. У нас больше. Нас, на жаль, станет сейчас еще больше таких без них. Потому что кращих много не повернется. Да? И снова эта проблема протягнется. Я не знаю, мне кажется, все равно... Вот видите, я же говорю, это всегда происходит там, где есть дисбаланс. Угу. Все равно мироздание стремится к гармонии. Да. Все равно оно стремится к равновесию. И вы ничего с этим не сделаете. И мы можем только в этом процессе быть присутствующими, да? Можем быть соглядатами, можем быть соучастниками. Да, не надо раскачивать очень. Просто нам надо понять, что раскачивать сильно не надо. Потому что уж когда наберет амплитуду, ну, маятником зацепит много людей. Но все равно все в мире стремится к равновесию. Видите, мы жили в матриархате, как бы, и сейчас придет меньше мужчин, да, но они себя проявили. Может, это женщин заставит немножечко как-то быть смиренней, не так строптивее, да, более терпеливее. Бог его знает. Я не знаю, но жизнь же интересная штука. Посмотрим, куда вы выгребет. Тобто у вас не буває депресії? Нет.
Нет? Вы знаете, для чего бывает, конечно, роботы? Но это же моя маленькая тайна. Это же мое состояние один-один. Не, ну бывает, конечно, как у всех людей. И что вы робите? Ну, а что вы робите, коли вам просто на душі? Ви ж втомлюєтеся теж. Ви навіть зараз сказали, що там були ваші ці власники там склади, вони втомились від війни. Можна втомитися і від допомоги, від оцього, ну, встаю, від оцього, від війни. Да? Ну. І прийдеш додому і думаєш, ну так все ти правильно робиш, все класно, і все в тебе є. І ти не самотній, все нормально. Ну, от хріново. Ну, що бувает, конечно. Да ну, слушайте, ну, как все люди, по-разному. Еду или там на природу, или на лошадях катаюсь. На или лошадях? Там, ну да, я же езжу на лошадях. Или к лошадям еду, или читаю, или вышиваю, или с друзьями иду, или иду в какое-то просто шумное место, чтобы все вокруг кричали, и ты головой отдохнул. Ну, по-разному, но... Но выход завжди есть? Да, я просто считаю, закрытых. Что никогда нельзя... погружаться в это состояние. То есть только ты понимаешь, только что-то случилось, надо себя выдергивать. Самому? Ну, конечно. Потому что все равно наступит завтра. Ну, ты должен просто понимать одно. Независимо от того, в каком ты состоянии, есть ты в этом мире или нет, новый день наступит. Вот и все. В нем будут такие же и несчастные, и счастливые. И просто ты можешь жить в этом дне, а можешь, ну, проплыть мимо него, да? Ну, і втратить його. Да, поэтому... Тож ніякий ви не прагматик, ви просто дуже хороший. Та ну! Да. Спасибі, що ви приїхали. Спасибі, що ви сьогодні з усіма поговорили, не тільки зі мною. Да. Звертайтесь. Дуже рада вас бачити завжди. Спасибі.